Вот паутина, которую он плел перед тем, как полинять. И старый экзуви. Сброшенный экзоскелет. А вот так выглядит взрослый самец брахипельмы. Буквально дня 4 назад он полинял, и у него появились на педипальпах так называемые бульбы. То есть органы, которыми пользуется самец для размножения. Спереди они не видны. Сейчас попробую показать с другого ракурса. Только у адультных самцов есть такие органы. Вот здесь они видны получше. Вот этот вот маленький шарик, который блестит в луче фонарика. Это и есть органы размножения. Самец перед тем, как размножаться, плетет паутину, на нее откладывает сперму, этими органами берет эту сперму и переносит сперму в самку. Вот так еще лучше видно. Выделяется по цвету, розового цвета. Это на одной педипальпе, и ниже вторая педипальпа, там оно немножечко скрыто волосками. Договорился с разводчиком пауков из магазина Spider's House из Одессы, Владимиром, о том, что поменяю этого самца на самку паука того же вида. Он предлагал взамен несколько пауков, но я решил не жадничать, поскольку места у нас в квартире катастрофически не хватает. Поэтому решил взять молодую самку, условно говоря, подростка, и уже растить ее. Еще раз, вот так вот они выглядят. Если вы увидели у своего самца бульбы, значит, он стал половозрелым. А значит, ему пора размножаться. Скорее всего, ну и с какой-то долей вероятности, он во время размножения может погибнуть. Однако, если он не размножится, то он в любом случае погибнет уже на следующей линьке. Это его последняя линька. То есть самцы долго не живут. Данный самец у нас с 2018 года. Получается, сейчас ему, сейчас 21, 3 года. 3 года с копейками, 3,5 где-то. Хотел показать, какой паук получился в размере, в результате, за 3 года. Еле на руки взял, весь в волосках, теперь в ядовитых. Вот такой паук, достаточно немаленький. Совсем не хотел лезть на руки, всячески сопротивлялся, струшивал волоски свои. Ну, какая громадина. Красивый паук. Ладно, отпустим его. То сильно стрессует. Как-то даже жалко расставаться с ним. Мы и брали самца, в принципе, для того, чтобы посмотреть, как он в содержании, понравится, не понравится, а потом, если что, поменять его на самку. Ну вот как-то сейчас настало то самое время обмена, и как-то жалко расставаться со своим любимцем. Ну что ж, будем возвращать, скоро у меня встреча с Владимиром, и будем прощаться с паучком. Обмен произошел успешно, и теперь вместо самца взрослого у нас живет молодая самка брахипельмы. Вот прямо сейчас она кушает сверчка.